В сказочной стране мечты жил волшебник. Он был очень добрым и мудрым правителем. Он создавал прекрасные картины, и все, что он рисовал, оживало. Жители страны разучились мечтать о прекрасном. Не помню и не хочу вспоминать. Для дедушки дом – это его жизнь, его мечты. Только никому нельзя о стране рассказывать. Как долго я вас ждал. Смотри, к деду Саше приехал кто-то. Витя, придешь? В этой комнате жил твой папа. Папа был такой фантазер. Дорогой читатель, ты держишь в руках непростую книгу. На ее страницах можно найти путь в волшебную страну. Для жителей нашей страны, включая меня, настали тяжелые времена. Что с ней? Она болеет, потому что не может подарить людям любовь. Вам необходимо попасть во дворец и принести волшебное зеркало. Много было таких, как вы. И все они теперь здесь. Никогда бы не подумал, что в Феодосии можно заблудиться. Счастье! Уметь мечтать, верить и любить. Довольно! Страна мечты должна быть уничтожена! Митя, просыпайся. Иди сюда. Здесь так красиво. Папа! Благодаря тебе к людям вернулась любовь.